вот все работы, которые, ну, не все еще, одну не нашла я, вот, которые я сделала на курсе свет. Ну, вот, я рисовала акварели, хотя акварель не рисую, но так как была в разъездах, мне пришлось, масло очень тяжело возить, мне пришлось рисовать акварелью. Ну, работы здесь вот учебные. Вон тут олень был нарисован даже в поезде. Вот. Вот. Очень всем нравится вот эта палатка. Мне тоже. Вот. И вот эта работа уже маслом, когда у меня уже было побольше времени и возможность дома порисовать. Вот эта работа мне очень нравится. Очень красивый натюрморт. Все рисовали акварелью, а я все-таки решила его маслом. Ну, немножко уже подружка сказала, что хочет эту работу. Мужу очень нравится вот эта работа. Ну, а мне обычно, как всегда, последняя нравится. Вот. Курс очень полезный. Вот все курсы у Татьяны, они очень подробные. Разборы очень замечательные, и все так сразу понятно, что ты сделал не так. Во-первых, сам иногда и не заметишь, что ты сделаешь не так, а Татьяна тебя поправит. Вот. Поэтому очень рекомендую и курс цвет, и курс цвет, ну, особенно с разбором.